В связи с высокой угрозой подтоплений в течение всего 2024 года на территории Славянского района будет проводиться работа по усилению пропускной системы ливнеотведения. На некоторых улицах работы уже начались. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева выделены краевые средства в размере 100 миллионов рублей на усиление пропускной способности ливневой системы города. Составлен план мероприятий. К его реализации уже приступили. Напорная ливневая система строится по улице Крепостной от Батарейной до Пролетарской. На участке укладываются трубы из пластика. Преимущество такого строительства в наличии системы насосов, которые направляют воду в коллектор вне зависимости от уклона труб. Насос более мощный стоит. Там одна труба работает на всас, а это получается работает на выброс. И мы, чтобы воду убрать за пределы города, через Пролетарскую проколем и выбросим в большой канал. Наша задача сделать так, чтобы вот эти ливневки были хотя бы полупустые. Да. А ваша задача из дворов уже, потому что каждому не, мы не сможем. Из дворов выбросить водичку. Также сегодня ведутся работы на участке по улице Выгоной от Ленина до Юных Коммунаров. Затем продолжатся работы по улице Ленина от Западной до Пролетарской. На участке строится самотечная система ливнеотведения с установкой труб и бетонных колодцев. На данный момент заключены контракты на 32 участка. На 12 еще готовятся проекты по отводу ливневых и грунтовых вод. Реконструкция системы ливнеотведения коснется большей части города.